Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и для всех любителей космоса на нашем канале, а также любителей программы Space Engine, у меня есть отличная новость. Сегодня в официальном дискорде разработчик, а также на официальном канале YouTube, нам представили объемные черные дыры и квазары в будущем обновлении, которое будет буквально на этих днях. В симуляторе появится 3D-анимация. Как долго мы это ждали? Да, мы ждем и 3D-облака, и 3D-воду. Все-таки многие не верили, но разработка игры потихоньку сдвинулась с мертвой точки. Скажу сразу, что со 2-4 сентября разработчик обещал нам стрим по данному обновлению, после чего обновление будет запущено в Steam. Все ссылочки на Discord и YouTube канал я оставлю в описании. После стримов и после выхода обновления я обязательно сниму ролик, так сказать, с полным разбором данного обновления. Как по мне, то, что нам уже показали, это выглядит очень фантастически и грандиозно. Это бомбезное обновление. Ну что же, давайте посмотрим еще данный ролик. Ну а с вас всего лишь лайк и подписка.